Сегодня 14 марта, и сегодняшняя цитата называется «Почему смирение позволяет человеку воспевать Святое Имя постоянно?» Хороший вопрос. Возможно, вы об этом уже размышляли. Махапрабху говорит, если вы смиренны, вы сможете воспевать постоянно. Какова же взаимосвязь между смирением и постоянным воспеванием? Преданный чувствует, что если не получит милости Кришны, у него нет надежды. Если мы всегда будем себя так чувствовать, мы всегда будем воспевать. Воспевание означает, что мы говорим Кришне, «Я не могу достичь успеха в сознании Кришны без тебя. Мне нужна твоя помощь». Итак, преданный чувствует, мне нужна помощь Кришны, мне нужна помощь Гуру. Я не могу сделать этого один. Мы раньше уже говорили об этом. Невозможно своими силами стать сознающим Кришну. Этого не произойдет. Преданный очень глубоко ощущает, что ему необходима помощь. И он постоянно воспевает. Так как всегда осознает, что нуждается в помощи. Это довольно просто, но порой нам не удается прийти к этому очевидному выводу. Я всегда нуждаюсь в помощи. Но я не буду знать о том, что всегда нуждаюсь в помощи, пока не стану по-настоящему смиренным. Настроение истинного смирения проявляется в понимании, что мне нужна помощь. Становясь смиренным, преданный чувствует себя беспомощным, без поддержки Кришны. Он всегда нуждается в помощи Кришны, поэтому он всегда воспевает. Ведь через воспевание он просит Кришну о помощи и получает ее. И он никогда не прекращает воспевать, потому что понимает, что ему нужна помощь. В особенности для нас, как же мы сможем поддерживать свое сознание Кришны без помощи Кришны? Материальный мир. Мы чувствуем, будто он обрушивается на нас и пытается нас придавить. Мы чувствуем его вес, давление, силу тяжести Майи. Но когда мы находимся в сознании Кришны, мы чувствуем, что эта сила тяжести уходит. Поэтому очевидно, что мы всегда нуждаемся в той силе, которая может пробиться сквозь эту силу тяжести. И ощущая это, мы всегда чувствуем потребность в воспевании. Я должен молиться. Мне нужно это делать, потому что так я получу милость Кришны. Поэтому преданный, который достиг определенного уровня смирения, будет чувствовать именно так. Он не будет считать. Я могу все сделать сам. Я разумен, я способен, продвинут. Я могу это сделать. Он всегда будет чувствовать. Я недостаточно разумен, способен или продвинут, чтобы сделать это самому. Мне всегда нужна помощь. Я всегда ищу помощь и молюсь о ней. Это просто.